Так, поехали. Все нормально теперь. Я Готмот нам выдам. Так, ты стой на месте, а я по всем лакибокам, блин. Лакибок сам. Давай, я смотрю демку. Сейчас. Начинаю с первого. Так, первый вот по таким координатам. Первый здесь находится у нас. Мне показывает. Это разве самый первый? Ну, мне показывает, что тут по счету он самый первый. Он находится, блин... Еще не факт, что вообще пройти можно. Находится он вот здесь, вот где экзит рума. Это уже... Да, это ладно, это где-то, наверное, сейчас. Шестой был вон там. Скорее всего, это будет седьмым. Без понятия, но мне просто он в Visual Studio самым первым показывается, и я его поставил. Ну хорошо, какой второй тогда? Так, подожди, я попробую. Вот так вот. Ну это, блин, только сложно сделать. Понятия, ладно, короче, он там. А? Еще один находится вот здесь. Вот. Вот эти коробки, это вторые как раз. Когда вы сюда заходите. А, вот тут. Проходишь обратно. Понятно. Здесь. Вон он. Это получается до той же сейчас я там еще. Получается, вот он, седьмой, можно сказать. Первый шесть я знаю уже. Это седьмой тогда, скорее всего. Тогда, если на улице не... А этот, подожди, а, это да. Так, 7 получается, даже 8 уже, может я знаю, по последовательности. Так, вот такой есть. Это уже второй. Или стоп, где-то ты. Это вот отсюда, вот когда у вас... А, это второй, да. Дальше. Ну, не надо вот это я знаю, как все забраться. Да, вентилятор, это уже получается третий. Тут да, это третий. Гранаты, так понимаю, вот так вот. Только я попробую еще раз, вот дай себе вот, кучу хаешек. Гранаты я попал, я сломал. А, да? Вот так вот, просто гранаты кинуть. Либо, а, если вот гранаты не получается, то надо, скорее всего, как-то вот так вот делать. Вот отсюда. Скара, наверное, получится. Вот отсюда можно, смотри. О. Вот, и отсюда можно прострелить, он вон там сбоку. Неплохо. Чуть дальше тогда. Так, вот здесь. Это у нас, когда мы тетку пробегаем. Надо вот сюда попасть. Да-да-да, это было. Стрелять. Ну, следующий там на лифте потом. Ну, дальше потом не помню уже. Наверное, дальше на улице как раз будет. Да, это на лифте, сверху лифта. Я знаю, я же при тебе это сделал, можешь не показывать. Ну, я на видео все равно пишу, чтобы кто-то там посмотрел, может быть, когда-нибудь. А, ну посмотреть. Хорошо. Так вот, и вон он. Все, следующий. Так, следующий здесь. А, вот это надо жертвы с собой, чтобы его сделать, потому что там... Текстурки невидимые, стенки точнее. Это вот тут надо, получается, наверх. Ты запрыгиваешь на коробку, затем вот здесь синенькая курица. Вот так вот. Затем налево обходишь вот это вот все. И потом поверху забираешься по бочкам и спрыгиваешь вниз. И что-то ломаешь. И что потом тебе вернуться, тебе, походу, придется прямо через зомби идти, а это очень рискованно. Нет, тебя телепортируют. А, все, отлично тогда, отлично. Хоть в этом плане повезло. Следующий здесь. А это у нас... О, не знаю, что это такое. Это вот у нас какая-то локация огромная.
Блин, где вообще? Хрен знает, что это и как сюда за... Ну-ка, стоп, что за телепорт тут? А, стой, опустись ниже. Ну типа вниз, ну типа сюда. Наверх, типа, надо как-то пострелять, да? Вот. Вот так, ни хрена, конечно. Иди, только не здесь, вот он, это пиздец как это надо. Это как вообще? Это со снайперки точно, со скара надо какого-нибудь пытаться. То есть, типа, вот, сейчас. Ты должен как-нибудь взять, забраться, не знаю, вот отсюда вот. Вот, да. Через заборчик вот этот. Вот отсюда я его вижу. Скара попробуй, либо, ну, со скара, да. Рэш, конечно. Пиздец, конечно, лакибокс. Да, это надо прям заморочиться. Но я знаю, где этот момент. Это момент как раз-таки вот... Блин, это получается... Это получается, ладно. Скара нельзя запрещать. Нет, нет, это получается... Какой по счету просто. Да, в принципе, разницы. Запомнил. Так, вот такой это перед... Это перед медсестрой. Так, это где? Это... А, тут та-та же, что ли? Же. Подожди, это здесь три лаки-бокса, смотри. Вот здесь вот, сверху. И вот так вот еще идешь. Вон он, видишь? А, вон он. Ну это хорошо, что тут прям три. Тут сразу три. Это девятый. Это, конечно. Ну то последний Lucky Blocks, который вот самый первый ты показывал, его вот проблемно сделать. Так. И сейчас чисто ластовый. Который, наверное, в админ-руме, не? А, ну это самый первый, вот самый первый. Его легко можешь ломать. Да, да. Это откуда его ломать? Да вот, просто можно гранатку снизу кинуть и все. Либо куда-нибудь подняться. Гранатку. Это надо уметь только. Тут какая-то стена. А, ты в дерево кидаешь, видишь, дерево перед тобой. Надо правее стать, правее от дерева. Ты отсюда, что ли? Ну да. Че, не уже... А, не докидывай, тогда надо, значит... Вот отсюда так. Отсюда. Замудрили, конечно, и в офиге. Все, 10 лаки-блоков. Теперь надо что сделать, чтобы активировать? Надо пройти. Теперь Silent надо Hill. Пройти, да. Да, это всего лишь самое легкое, можно сказать, в кавычках. Если на ивенте это будет. Какой пароль? А, я тебе написал 1659. Ты пока пароль вводи, я пошел, короче, активировать 1, ластовый 6, Defend. 1659. Там даже кнопку вроде нажимать нет. Ой, ничего с сервером. У меня все, пиздец. Первый блин, мы опять все это активируем. Да ладно, забей. Я главное показал на видосе все. Ладно, окей.